Чистая победа. Ивановские регбистки вернулись золотом из Ярославля, где стартовал Кубок Золотого кольца. В своей группе «Белые акулы» вышли на первую строчку, обыграв владимирских львиц и флагмана. В финале девочки встретились с соперницами из Южного Тушина и победили. Это был первый тур. Всего их будет 4, так как 4 команды. И мы будем кататься в разные города, вот, в гости к каждому клубу. К этой игре «Белые акулы» готовились всерьез, настраивались показать себя и свой характер, выполнить задачу, поставленную тренерами. Интересно, что за месяц до турнира в Ярославле девочки ездили в Сочи, где проходил первый тур федеральной лиги и тоже победили. Этот тур уже показал, над чем нам нужно работать, какие исправить ошибки. Этот месяц мы работали, и, как видите, результат — победа. Практически все игры мы сыграли в ноль. Женская команда по регби в Иванове была образована еще в 2016 году, но лишь относительно недавно сформировался хороший игровой состав, и результат не заставил себя ждать. Этот спорт делает тебя сильнее, ты пытаешься не обращать внимания на царапины, на синяки, на боль. Опыт игры у девочек разный, от месяца до 2 лет, и мотивация заняться именно регби у каждой своя. Кому-то некуда свою дурь, наверное, выгнать, скорее всего. Кто-то приходит за улучшением своей физической формы, кто-то просто для интереса, кто-то пробует для себя этот вид спорта просто как новый. Кто-то, может, из-за мальчиков приходит, не исключено. Я 1,5 года боялась сюда идти, потому что это очень жесткий спорт для меня был, особенно по фотографиям, по видео. Вот. Получилось так, что я увидела в истории, вот у знакомой девочки, то, что идет набор команду. Ну, я и попробовала. Сходила один раз, сходила второй раз. Ну вот, в течение года я уже здесь. Победители Кубка Золотого кольца определят лишь осенью, и девочки сделают все возможное для победы. Наталья Гутарина, Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.